Каждый вторник и четверг с 8 утра и до 12 дня в отделении переливания крови Одинцовской ЦРБ принимают доноров. В этот раз сотрудники заготавливали эритроциты и плазму в среду. Акцию должна была провести областная станция, но по объективным причинам бригада врачей не смогла приехать. И наши специалисты приняли всех желающих. У нас регистр областной, он единый. Каждый день по состоянию на 15 часов мы подаем сводку о наличии компонента у нас, а центр управления запасами крови, который находится на областной станции, они уже смотрят, кого куда перенаправить, того, что в некоторых учреждениях нет отделений по заготовке крови, подразделений службы крови. Соответственно, мы делимся то, что есть. Среди доноров были новички, те, кто сначала тщательно собирал информацию о процессе забора крови, долго готовился и все-таки решился принять участие в акции. Я пришла первый раз, и очень легко, все очень доступно, быстро и очень улыбчивый персонал и все. Каждый донор сдает клинические анализы, проходит осмотр терапевта, и если состояние пациента в норме, допускаются до процедуры. После этого 450 мл крови сначала делятся на компоненты, проходит период карантина, затем донор должен еще раз сдать анализы на отсутствие заболеваний. И уже после этого кровь будет отправлена тем, кто в ней нуждается. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».